Мы будем смотреть, знаете, что мы будем смотреть, чат? Мы будем смотреть тирлист червей. О, да! Наконец-то контент настоящий. Червесклеймер. Все черви в видео червятся с червлением своей полной червленности. Если же червяка расчервление, то только потому, что я так расчервил. Мои намерения червленые ни в коем случае не червивые. Просто вычервите это. Как же я расчервился. Окей, целых 10 минут вот этого сейчас будет, походу. У меня на столе куча червей. Ой, не то. У меня на рабочем столе куча червей. И я не могу больше молчать. Ведь общество несправедливо мало говорит о червях. Что это говорит об обществе? Что это говорит о червях? Ничего. В этом и проблема. Они избегают эту тему как нечто постыдное и незаслуживающее уважения. Ну разве это заслуживает уважения? Раз никто не хочет быть экспертом по червям, значит я буду экспертом по червям. Что это за ютуберы? Хочет быть экспертом по червям. Аид, Эдисон, ПТС, топ 2020 СНГ Майнкрафт. Какой это год интересный, там Делерон и Демастер. Значит, я буду экспертом по червям! Именно с этими словами я возвращаюсь на YouTube, чтобы сделать самый справедливый тирлист в мире. Тирлист червей. Итак, какие же бывают черви? Абсолютно различные червленые, червивые, нечервибельные! Ну и просто черви. Оставим в нашем мире место для добра. Мало кто знает, но на самом деле добра не существует. Я делаю все это ради награды. Я хочу получить награду. Ой-ой, кажется, камера запечатлела мои корыстные помыслы, и теперь моей карьере конец. Итак, чтобы сразу вас сильно не пугать, давайте начнем с самого простого червяка. Простой червь. Все знают про простого червя. Простой червь, он даже не червится. Он ни на что не претендует. Простой червь говорит, я сейчас вспомнил про простого червя и даже ничего не почувствовал. Это просто простой червь. За это отправляется в мир простых червей. То есть никуда не отправляется. Он никогда никуда не отправится. Просто стоит на месте. Это был минус дымок. Топ-10 СНГ Майнкрафт ютуберов. Вот об этом я говорю. Когда вы вот меня спрашиваете, почему ты беспокоишься о том, как у тебя смотрят Pacific Drive, и что у тебя посмотрят и не посмотрят. Вы понимаете, как легко упасть с этого неустойчивого стула вообще, а? Вы даже не представляете себе как. Стагнация. Вечная стагнация. Это не хорошо и не плохо, это его выбор быть таким простым червем. Все совпадения с реальными червями случайны. Ладно, это червь был всего лишь для разминки. Разминочный червь. Что же дальше? А дальше нас ждет три брата червя. Ой, как я так мог ошибиться? Нас ждут три брата червя. Вот, к примеру, куда ползут эти... Три брата червя. На этих двух вселенными, и ты на нем сидишь, то очень сложно упасть. Там жестота такая же примерно, как и обычно. На самом деле, я думаю, что у Демастера был период, когда у него были прям очень хорошие просмотры. Я не назову им точные цифры, но точно не 15 тысяч. Двух червей не обращайте внимания, это не... Три брата червя. Это просто... Прохожие черви. Которые так уж вышло, идут в ту же сторону, что и наши... И просто молчат. Это все важно, вы потом поймете. Итак, три брата червя. А, я про Pacific Drive. Ну, это я не помню, это надо перепроверить. Но мне кажется, что меньше. Даже они ползут. Наверняка. Да. Без шуток, этот видос пока что спокойнее всех других видосов Кто-то Копса. Он более такой... Уравновешенный, я не знаю. Он тихий очень по сравнению с прошлыми. Они сами не знают, куда ползут. Прошел дождь, они выползли. И куда-то ползут. Интеллекта тут никакого! Ладно, давайте, чтобы быть уверенными в этой теории, проследим за ними. Мы следим за червями. Прошло 18 часов! Так, так, ага. Черт! Я их недооценил! Три брата червя! Вот да, кстати, эти на чат тоже влияют. Они ползли к своей... Ты выпил таблетки? ...мечте! Как и каждый из нас, не черви червя, едва ли не червь ты сам.
Я заключил поспешные выводы, и они померли от старости. А что, мы ждали червей? Почему мы вообще возлагали на них свои надежды? Надо срочно что-то менять. Ну а перед этим вы... Только поглядите, какую ссылку мне прислал мой хороший... Никто не знаю, кто это, но... Что за ссылка такая незнакомая? Надо срочно ознакомиться! О, привет, что ты хочешь, червь? Может, хочешь денег или личных данных? А может быть, биткоин? А может быть, забудем все и сбежим? Биткоина у меня нет. Альтернативная концовка. Не, просто вдаль по кабу стоит. Ок. Это я, свобода. А ты был на другом жестком диске, чувак. И на другом компе! Тирлис червей! Экстремально! Он быстро двинулся. Я ни разу в жизни не видел, чтобы черт так быстро двигался, как на этом видосе. Больше не в жизни. Тирлис червей. Но обычно. Кстати, ребята, раз уж мы говорим о червяках, познакомьтесь с червяком Биллом, которого я скачал, перевел и озвучил на русский язык в 2022 году для одной единственной цели. Червяк Билл, познакомься с друзьями. Ой, всем червяк, всем привет, я червяк Билл. У меня сломался голос первее, чем у остальных. Да всем посрать на твою душещипательную историю, червяк Билл. На завлекательную историю в фэнтезийном мире с открытым миром. Бессобный огромный лес, населенный кучей червяков. Сколько же червяков? История, по которой Netflix потом снимет отдельный сериал. Мы все вместе пожалеем о сказанном. Давайте, ребята, все вместе соберемся и пожалеем о сказанном. Я не хочу жить о сказанном соло, мне нужна Тима. Тимов Геншин Червяк. А что? Геншин Червяк? Так, ООО Корпорейтед не собирается платить мне 200 миллионов рублей? Безбедная жизнь там, куда соседи не вызывают ментов, когда я записываю видео. Отменяется? Червяк Билл, план Б, искупление. Червяк Билл, давай, говори, что должен. Геншин Червяк, отстой. Отписывайтесь, ставьте ему дизлайк. Я смогу обмануть вас рекламой. Грызите зубы. Молодец, червяк Билл. Ты выполнил свою работу, червяк Билл. Ребята, попрощайтесь с червяком Биллом. А теперь больше не нужен червяк Билл. Прощай, червяк Билл. Ты никогда не был актуален. Итак, какой же червь следующий? Путем симуляции последующих событий на основе вводных данных вы уже наверняка поняли, что это червь и пес, который считает себя червем. Червь я и ожидал пес. Этого. Я ожидал этого. Это было предсказуемо. Это было понятно с самого начала видео, мне кажется. Пес тоже считается червем, так как у них крепкие, типа, братские узы. Послушай, послушайте сами. Эх, я червь, я думал, ты червь. Все, мы ему верим. Это червь на роли, чувак. О, стоп, куда этого? О, пес решил позвать еще друзей. Ну ничего, чем больше, тем лучше. Пес позвал еще друзей. Опа. Еще друзей. И еще друзей, 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 еще друзей. Черт, я здесь никого не знаю. Черт, это среда, черт, ты где? Нет, они достают своего пива. Пить пиво, норма, это мочегонное. Быть ютубером, отстой! Про тебя все равно все забудут! ВТФ, братан, что за дела? Это слишком жестоко. Я думал, меня затроллили, и он просто завязал картинку, и типа... Но это что-то на глубоком уровне сейчас было. Это было сейчас, ну, что-то прям... Он подергал струны моей души, чуваки. У него получилось. Я вот такого не ожидал. Это забавно. Это прям мощно, это прям неплохо. Отстой! Про тебя все равно все забудут! Давай с нами пить пиво! Нет, вы не правы! Червяк, скажи им, что они не правы! А у меня нет своего мнения! Нет, так не пойдет! Ты предал меня! Ты предал меня, смотри!
пошел уже упускрутый червяк! Они сейчас рвёт! Наверняка у вас возник закономернейший вопрос. Откуда ты взял дробовик? Все просто. Конечно же, я не скажу, откуда я его взял. Вы что, с ума сошли? И даже не думайте осуждать меня за нелегальную торговлю оружием. Я бы никогда так не поступил. Для самых непонятливых объясняю. Если вдруг вас попросят купить оружие, просто скажи... Нелегальной торговли оружием. Ребята, почему вы так равнодушны? Остановите это! Оно происходит прямо на ваших глазах. Остановите нелегальность торговли оружием. Доверяйте только официальным источникам. Прах, орла! Что там, друзья? Разбирайте, я подписан, кстати, я видел пост о том, что ему запретили комментировать комменты за то, что он написал какой-то коммент, на который пожаловались, и типа за какие-то там угрозы или что-то такое, короче, вот, да. Поповые дробовики, да что угодно, ребят. Просто переходим в сана. Моя совесть. Отец собачьего. Отец собачьего роутера, твои грехи прощены! Спасибо, отец собачьего роутера! Ну а в честь этого получается бонусный черт! Ну куда же без бонусного червя? Нет, бонусный черт выползает на бустик! Блин, чувак... Черт! Чувак, как я вообще создаю это слово? Куда же без бонусного черт? У вас стоит такая шаурма в городах или нет? В Ростове стоит. Червя нет! Бонусный черт ползает на бустик коту капиталиста! Проклятый капитализм! Они еще у нас бонусов! Какие же приключения там ждут бонусного червя? Нам остается только гадать. Ой-ой-ой, кажется, черви из чего-то испугались и в панике разбежались кто куда! Остался только один самый смелый червь. Не боюсь этого слова, герой червинства. Возможно, стоило наградить червя, дать ему медаль, но... Я лучше поступлю невероятно благородно. Я отпущу этого червя на свободу по доброте душевной. Давай, червь, иди на свободу. Иди, я отпускаю тебя. Ты свободен. Ну а все 25 рыбаков, досмотревших до этого момента, получают заслуженную медаль. Подписывайтесь, ведь на этом канале любят и уважают каждого в равной доле. Окей, хорошее видео, мне понравилось. Такое сбалансированное. Немного ржаки, немного смысла.